Прекрасно понимаю. Я Просто тоже понимаю. можно было бы о чем-то мусолить, если бы не была наработана эта инфигура, опять же, правильно? Если А? было бы что мусолить, говорю, если бы у нее была наработанная клиентура, если бы, ну, была какая-то надежность хотя бы этого варианта, что, ну... Да не, на самом деле у этого варианта даже сейчас выборочно уже идет, ну, Кому делать, спрос да? есть, короче, понимаешь? А, о, Да. нихуя. Как бы такое дело, как бы, казалось бы, да, там, это, клиентов хуй найдешь вроде бы, да, Ну да. но на самом деле ты ценник, блядь, ставишь маленький и все, у тебя все в бой идет. И тем более это, в принципе, ценник маленький, это оправдано, потому что она А они сейчас как учится. на дом ездят? А тут два варианта, либо, ой, три даже. Либо, ну, к нам на дом, либо к ним на дом, либо можно снимать студию и там делать. Ну, студия больно сейчас дорого, мне кажется, неоправданно. Аренда помещения там. Так, где там с настройками? Короче, ты понял, какие настройки и где? Да, я зашел. Там есть то ли показ, что-то такое. Сейчас я этот бой доиграю. Ну там это где-то внизу, довольно далеко. Настройки воспроизведения видео. Мне кажется, поближе. Время. Звук и экран. Управление сохраняемыми данными приложений.
сын. Скоро,